Здорово, пацаны и девчонки. Короче, сейчас я вам кое-что покажу. Вот случайно припалил. То ли до этого дела не было, то ли руки не доходили. Но вот сейчас припалил. Смотрим. Заправился, короче, я на заправке. Дали мне вот такой чек. Итак, смотрим. Значит, я заправился на 1000 рублей. И заправил я 22 литра 100 грамм. По 45-25. Вот. Из этого чека видно, что НДС 20% составляет 166 рублей 67 копеек. Напоминаю, НДС — это налог на добавленную стоимость. То есть налог на то, что они добавили, на чем они наварились. То есть относительно изначального товара. То есть путем нехитрых манипуляций мы понимаем, что если 20 умножить на 5, мы получим 100%, и мы вычислим их полную прибыль, то есть то, что они наварились. Но учитывая, что моя видеокамера и мой калькулятор — это одно и то же, я уже все посчитал заранее. Итак, приготовили. Получается 833 рубля 35 копеек. Ребята навариваются с 1000 литров, ой, с 1000 рублей, с 22 литров. То есть получается, что реальная стоимость бензина на 1000 рублей составляет 166 рублей 65 копеек. Идем дальше. Так как мы заправили 22 литра 100 грамм, делим и получаем, что литр бензина по себестоимости стоит 7 рублей, ну там 54 копейки я округлил. 7,50 стоит литр бензина в этой стране. Все остальное нас наебывают, разводят и навариваются. Продают их по 45-25. Добро пожаловать в Россию, друзья. Вот это реально так обстоят дела. Это же чек, его не подделать, это налоги. Просто математика и все. И не слушайте, что говорят по телевизору. Вот такая жизнь.